пришлось поменять датчик, то что продавец продал не тот, что нужен датчик. Вот, а это корейский, говорит. Ланосовский. На Ланос. И надо ключик под него на 12. Эту трещоточку взяли. И головка на 12. Вот. Видно. Так, будем пробовать. Так, поставили там головочку, только не на 12. Там старый стоит датчик под головку 13, а новый под 12. Вот этот новый под 12. Сейчас мы будем прокатим вперед, чтобы погреб вот этот антифриз не попал. Будем пробовать откручивать. В общем, открутили датчик. Он получается там нельзя вытянуть его. Закоксовалось. Где глянцевая поверхность должна быть. Теперь я не знаю, как мы его там вытащим. Надо мастеру, наверное. Попытались заголовку, где контактная группа. Вот сломалась верхушка. А датчик остался там. Резьба выкручена. Тусов не течет. Так, сгорим пополам вот это, видите? Она как в конце расклепанная, как будто. Нельзя было вытянуть. И верхушку вот эту обломал. Видите? Угу. Вот. А теперь вкручиваем уже новый. Смазал моторным маслом резьбу. И тоже так туговато.